Нерешенных проблем в городе-курорте по-прежнему остается немало. В период агитации координаторы органов ТОС сделали наказы депутатам. Теперь очередь последних эти наказы выполнять. Очень большую работу проводят наши ТОСы прежде всего по озеленению, по благоустройству, по приведению прилегающих территорий в надлежащий порядок. Большую работу ведут по вопросам общественного порядка. Много делается для того, чтобы наши населенные пункты были очень опрятными, ухоженными. И, конечно же, большая работа состоит в организации работы с детьми. В формате встречи общественники делились друг с другом опытом эффективной работы. Вера Севрюкова – четвертый срок в депутатском статусе. Новоиспеченным депутатам у нее есть чему поучиться. Конечно, я никогда не смогла бы работать и столько сделать без помощи тех общественников, которые есть на нашем округе. Только впервые стала депутатом, я сразу поняла, что имея такой огромный округ, и где проживает более 5000 жителей, я ничего не смогу сделать, если мне не будут помогать общественники. Один из важных вопросов – взаимодействие ТОСов с участковыми полицейскими и организация приема граждан в опорных пунктах полиции. У нас есть проблемы с самими опорными пунктами полиции. Вы о них знаете, мы проводили комплексное обследование всех наших участковых пунктов полиции. Те недостатки, которые выявляли, они есть и в администрации, и у вас. Участники круглого стола изъявили готовность к тесному сотрудничеству. Впереди 5 лет работы вновь избранного депутатского корпуса. Решать общие проблемы предстоит сообща.